В Нижнем Тагиле продолжается ямочный ремонт. За минувшие выходные дорожники успели залатать улицу Октябрьской революции, Кушвинскую, Горошникова. Также работы ведутся на проблемных участках по маршрутам общественного транспорта. Сейчас по Черноисточскому шоссе несколько аварийных ям. Тоже ведем подготовку, фрезерование трактором. Готовимся, завтра будем вставать. Ну, есть еще, остаются и по плотине, то есть вроде аварийные ямы заделали, прошла вот снег, дождь и появляются новые, поэтому будем дорабатывать там. Дорожники также реагируют на жалобы тагильчан, поступающие на сервис «Городской контроль». Выезжают, ремонтируют аварийные участки. Совместно с управлением городским хозяйством намечен график работ на текущую неделю. Среди прочего в планы входит круговой перекресток Черноисточинское шоссе Челюстинцев, улица Краснознаменная в районе Кирпичного, перекресток Серова-Первомайская и другие улицы.